Первый. Всем привет, это компания «Бери баню». Привет всем. Сейчас покажем, как на тачке одному человеку можно привезти бревно. Поехали. Если на участок не заехать. Да. Вася привез нам, выкупил вон там. Вот это я. Вот они, бревнышки. Откатываешь бревно. Стоп. Вот сюда выкинем его. Ну, в общем, сейчас. Вот так. Вот так вот. Теперь посередине заезжаем на тачке. Поехали. Так, тут у меня коми. Примерно ищем центр. Больше центра. Да. Самое главное поймать баланс. Чтобы было равновесие, чтобы назад не тянуло и вперед не тянуло. Сейчас зацепляем вот через бревно. Вот. Подцепляем его обратно. Обратно. Ничего не надо, сейчас попробую сам перевести. Теперь поднимаем. Ну так-то лучше, конечно, когда кто-то помогал, но нас двое. Поэтому мы и не ищем легких путей. Вот так его поднял. Хорошо. Вот так поднял его. Вот вторую сторону зацепил. Обматываем. Здесь тоже крюк. Так вот обмотнули, цепанули. Поднял. Подняли. И поехал. Айда. Поехал на место. Очень удобная вещь. Одной рукой. Можно даже одному. Ехать. Главное поймать баланс. Да, главное равновесие, чтобы не перевешивал ни туда, ни сюда. Я уже одно так перетащил, он длинное. А это 4,5 где-то. Сруб 4,5 на 5,5. Вот так и таскаем вот сюда во двор. Вот сюда заезжаешь промеж бревен. Вот так вот. Одну сторону положил. Привез. Опустил. И все, оно облегло. Вот и все. Очень удобно. Да, палец вверх. Понравилось видео. Ставим лайки. Палец вверх.